Всем здрасте, с вами Сеня, и готовим курицу карри с лепешками ротти по рецепту от компании Chef Market. Я уже заказывала у Chef Market овощное карри, и мне настолько это все понравилось, что решила попробовать еще и курицу карри с лепешками. И давайте готовить. Что нам для этого потребуется? Куриное мясо, топленое масло, шпинат свежий, картофель, чили, перчик, чеснок, имбирь, лук, сахарный песок, молотый кориандр и желтый карри, а также соус тики масала. Кому интересно, вот поближе состав, можете поставить на паузу, рассмотреть. Какое карри без кокосового молока, куриный бульон и, собственно говоря, сами лепешки ротти, которые на данный момент лежат в морозильной камере. И вот так у Chef Market расписан рецепт приготовления этого куриного карри. Очищаем картофель, нарезаем небольшим кубиком. Лук также нарезаем мелким кубиком. Давим чеснок и рубим крупно. Очищаем имбирь и нарезаем мелко. Половинку малюсенького чили перца также очень мелко нарезаем. В раскаленную сковороду добавляем топленое масло, выкладываем курицу, солим, перчим и жарим на сильном огне в течение 1 минуты, не переворачивая. После добавляем лук, картофель и продолжаем жарить, помешивая в течение еще 2 минут. Кориандр, карри, чеснок, имбирь и перец чили добавляем к курице и картофелю. Жарим 30 секунд. Далее всыпаем сахар, соус тика масала, вливаем кокосовое молоко, доводим до кипения и варим на слабом огне в течение 2 минут. По прошествии 2 минут вливаем бульон, доводим до кипения и варим на слабом огне в течение 7 минут до готовности картофеля. Пробуем на соль. В конце добавляем шпинат, перемешиваем, снимаем с огня. Обжариваем лепешки на сухой разогретой сковороде до золотистой корочки в течение 1 минуты с каждой стороны. И блюдо посыпаем кинзой, подаем вместе с лепешками. Карри получается в меру острый, очень ароматный и безумно-безумно сытный. Так что советую всем попробовать приготовить такой карри по этому рецепту. Спасибо огромное компании Chef Market за возможность приготовить по вашему рецепту это блюдо. И всем огромное спасибо за внимание. Пока, до новых встреч!